Запустил демку. Да, можем. О. Можем отдать им БК, а сами возьмем там Инара Виктор. Будет отлично, вообще замечательно. Не, вроде у них нет игроков на БК, честно. Я бы забанил типа Термо и Моджи, если. Ну, блин, нам надо забанить Айо. Бань. Ну, не, мы можем как. А, понял. Идеально. Термин. А чё ли вы не лимон на драфте? А я не знаю, как так вышло. Я просто зашел и как-то. Может, они сами забанят бомбу, чтобы мы их не форсанули на бомбу. Либо забанят. И мы Айю, да, в ответ баним. Да. Бомбу на самом деле. Your turn to ban. Да, баня. Баняю, баняю. Но они возьмут Инару. Мы ответим. Виктор Эш, я думаю. Либо... Эш Дженнес может. Либо Дженнес Эш, да, типа того. Your turn to pick. Дрэч. Это козы. Инара. Каковы шансы, то, что они идут Дрэч Виктор? Они Дрэч... есть? Да маленькие вообще. Ну, если они возьмут Дрэч Виктор, мы берем вот Кинесу, и там Дрэч Виктор пук-пук делают. Кинеса им по 160 каждый выстрелом ставит. И все. И все. Так, что мы, Инара Дженнес, да, говорим? Инара Дженнес. Да. И потом мы тебя можем добрать. Ну, сейчас доберем. Если не возьмут Виктора Гровера, и ласпикнем какого-нибудь ДПС, посмотрим. Окей. Неужели играем с танком? И такое в жизни случается. Неужели? Хроморит взяла танка. На пятой карте рисковое решение, ребята. Кинесу метода. Я бы стрика трайнул, ну ладно. Я... Да ну нет, мне нужна мобильность какая-то против дреджа хотя бы. Ну, типа, если я буду просто стоять на стриксе, он на спамит, я умру. Да и в принципе на этой карте перемещаться долго будешь. Да. Угу. Давайте Кинесу мне. Так, я свапаюсь. А мы прямо сейчас берем, да, Кинесу? Или на last pick? Да-да-да, бери сейчас Кинесу. Может, Кинесу Корвуса тогда сейчас? Я бы взял Гровера сейчас, мне больше Гровер нравится. Типа, Гровер очень сильный на этой карте, у Гровера много урона. Да, давайте Гровера. Типа, Питаку проще играть на Гровере. Mm-hmm. Ну, типа, для них соло Корвус не так выгодно, как соло Гровер. Mm-hmm. Да, это да. Ну, солокаем. Угу. Так, я с кем свапаюсь, получается? Получается со мной и с Вовой. Угу. Ладно, сейчас посмотрим, что пикать. БТВ у меня немножко меню пиков залагало. Ладно. Слушай, как ты относишься к Зину против их пиков? Под Дженнесом, мне кажется. Ну, это можно. Под Дженнесом, да. Еще есть Гровер, тот, в принципе, спокойно можно. Тут я типа хотел предложить Дина взять, но я... Дин норм. Ну, тут типа единственное, я просто могу попасться под рандомный релоут Дреджа, если он пойдет через это. И все. У нас урона довольно мало, типа Зина будет. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Тигр... Я вот думаю, может даже насчет Тайра. Мы можем тройнуть Зиню. Типа, давай попробуем. Да ладно, давайте попробуем Зина просто. Типа. А, мы могли, кстати, этого взять. Дракона, ну ладно. Да. Так, они будут пушить бокс. Я не буду капать, я встану сразу, типа,
Пойду побегу в бокс. У них там никто не... Ну, может, Виктор будет. А, нет, скоро дизмаунтит. Да ладно. Ну, у нас Зенос дизмаунтит будет. Я побегу сразу в бокс. Я буду стопать. Я могу поставить, короче, получается, под ХГшкой. Сзади, чтобы дальше не мог меня так просто достать. А, ну можешь сюда встать. Я типа хотел предложить, чтобы Зин пошел на воду, а Кинесса на второе окно. Чтобы типа Зин прикроет Кинессу, если будут фланг... Ну, типа, он, во-первых, скажет, что на воде кто-то есть. И во-вторых, может защитить, если там кто-то будет один. Вот. А Кинесса со второго окна там просто вижен в бокс открывается снайпером. То есть на их выход именно с бокса, и там, когда проходят челы, они получают сразу хиты. Вот. Типа. Я хотел, типа, чтобы Зенос дизмаунтил, Кинесса во второе окно, Зин на воду. И Кровер станет, типа, куда? Как скажешь. Нам не особо есть чем щиты ломать, да? Ну, да. То есть, mm-hmm. я говорю, у нас, типа, не очень много ломан. Я на Кинессе в ракера не закупаю, в принципе. Ну. Бесполезно, как по мне. Так. Так. В принципе, там типа танки, которые не очень много дамажат. Mm-hmm. Если мы будем убивать керри, то со щитами не должно быть проблем. Плюс у них соло корпус. На этой карте типа... Ну хотя у нас тоже не так много хила, но... Думаю, типа... Ладно, я без резиста пойду в этот раз, хотя можно будет ранить. Ну ладно, без радиуса мне совсем тут. Серьезно. Мне кажется, может лучше резист, типа у нас есть Дженус, а ты если что подойдешь. Просто там, ну типа, очень много урона. Ну, от... если деписы живые, то урона много будет. Они... Ну так лучше, наверное, мне кажется. Ну, сорян, но мне надо, походу, талис. И их в раньше вернуть. О! Так. Что делаем? Так, а, ну да, все. Да. Так, я стопаю бокс, да? Да, ты можешь просто стопать. Снова, да. Ну и вы со мной на спорт. Я немного не в тайминг бегу, я застопился. Да, я тоже. Ну, Эшка там здесь мало, тебе нормально. Я сразу иду в бокс. Эшка щит нет, поставил. Виктор на воде. Отхожу. Я пока что капаю, они не хотят пушить бокс, я отдал бокс. Okay. Вот теперь Эшка в боксе. Эш бокс, а? Хан на воде. Я второе ломлю. Можно отхожу. Эшку убить, их бить Эшку? Я убью Эшку. Найс минус Эшку. Но я не могу капать. Хан лоу. Я пока покапаю, иди. Окей. Хорус без ТП, дрэш далеко. Найс. Я дрэджа пушу, дрэдж... Можем это, поделайте. А, ну да. А, сори. А, ну да, у нас 75, у нас 75, нормально. Все хорошо. Че, вперед? Ну, я далеко пойду. Ну, ТТшка с хан. Так, хан с гриппом, хорошо. Хан, да, хан спрыгнул. Угу. Так, мне дрэдж... А у меня 4. Я не могу пустили. Да, все нормально, я отойду. Хан и Кинесса. Давайте отойдем. Кинесса чуть-чуть на меня. Я могу ультануть Хана, а ты его это добьешь. Давай. Эшка, Виктор... Миссанул первый шарик. Крипнул. Виктор стреляет в вас. Уходу. Мы скоро можем вперед пойти. Можем Эшку убить. Найс. Дрэш в руте. Дрэш в комнате. Короче, умер. Хан по мейну далеко за дизмаунтился, уходит. Ай, мисклик. Брух. Ничего страшного. Брух момент. Я пока хан отдаю халяву. Ааа, Шан на стейрсах. Щит поставил. Я встану в стейрсы прям перед Эшкой. Хорс, если ты убил?
Дама ДВС. Она умерла. Я Виктор, я пушу, я пушу. Сзади, сзади у нас. Виктор, 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 мы запушим. Нормально. Я что-то переборщил. Все нормально. Нормально. Плохо, что у меня ульты нету. У нас типа. Так. Здесь моя ульта. Если тогда на Гройере. На Гройере надо ставить против ульты и Эшки, да. Так. Давайте подумаем, что нам нужно делать. Нам, если получится, давайте я пробегу с вами на воду. Если Джену здесь замаунтит, они не будут так пушить этот, как в тот раз не будут так пушить блок. Я пробегу с вами на воду, и нам надо убить Хана, чтобы он не ультанул. А на Дженесе, если они будут пушить блок, все равно на Эшке дэшница и захочет ультануть, отходи в холодильник. Ну вот этот, в шахту. Типа, ты можешь от нее помансить, мы потом придем, поможем тебе. Ну я там двоих сбил. Окей. Хан где? Хан не вижу. Закрой Хана. Двое в ботке. Понял. Это плохо. Умираем. Я уже, я был не в хитбоксе, но не судьба. Отойдем? Ну надо спрятаться где-то, нам нельзя далеко отходить. Спрячься где-то, ну либо постарайтесь драться, потому что мы не сможем драться. Хан в здании. У вас есть ульты у всех. Еду. И сейчас бежит. Бравер бежит. Сюда. Бля. Надо на зенит. Криплаш. Сорян, у меня рута нет. Блин, нет, я не точно. Можно Эшку убить? Да, нормально. Сорян, я сюрпой. Да не, я тоже зафиди. Достал. Виктор, по-моему, я лоб. Сейвлю. Дрэш рут? Мне бы похилять. Сейчас. Да. Порус. Порус без ТП. Одно ХП дрэш. Хорошо. Слева Хан. Нет, это я ошибку допустил. Чак, я закрыл. Все, давайте Хана встретим. Пойдем. Давай уйти. Я пытаюсь. Ну, у меня по 300 дамага. Я ультану сюда. Хана и в дрэджа. Далеко все. Хана добьем? Может. Барн, меня добил. Я зайду. Хан лоу. Я мейн фликтором сделал. Сейчас я отойду. 4 в 4. 4 в 4. У меня ДМГ 3 секунды, я могу в лицо им пойти. Хан лоу, все еще. Иду в лицо, иду в лицо. Минус, найс, найс. Можем Хана убить еще. Хан меня застанет. Я закрою стеной. У меня ранжа не хватило, сорян. Ладно. Нормально. Отходите. Я что-то за овер их снял. Кинесси не поможете. Хотя... Нет. Ахана задизмаунтил там. Все нормально. Можем взять группу. Они пока до поинта подойдут, мы уже группа. Виктор убить. Дамажи. Блин. Я поздно пришел. Я зафидил, забейте. 2 секунды. Надо умирать, мужики. Постарайтесь типа дать пик и умереть. Ну. Выживешь? На ХГ Аша. Эшка, если Эшка будет пушить, Эндер, скажите. Она на ХГ. Эшка сверху. К тебе Хан идет, да? У него нету этого захвата. Бьем. Я его припал. По корпусу. Корпус один. Найс. Теперь по Виктору. Иду. Виктор убежал. Эшку, найс. Дрэш рот. Нормально, я так доберусь. Не заметил то, что конец раунда ультанул. Да, второй барай буст, там подей просто. Блин, может мне вместо дизмаунта просто ультануть туда? Ну, можешь, давайте. Если так. Тайминг поймаешь, то... Да, только... А у тебя есть деньги на коня? Нет. Ну, за дизмаунте тогда раньше еще прям, ну, типа, в начале поворота. Еще когда ты даже не видишь эту дверь, и типа, попробуй ультануть так, что... Просто у них там кони. Проехали. Типа, подолгал какой-нибудь. Да, типа, подолгал. А мы давайте попробуем сделать то же самое, завалиться. Только у меня есть теперь ульта. Я типа не боюсь.
Плюс у меня конь второй, и я буду там раньше. Ну, типа, с такой же скоростью, как они. Так, мне сейчас куда, у бокса? Ты можешь в боксе стоять, да? Виктор, нет. У меня аж, а? Мы не поможем. Они в боксе все. Ну, хз, что делают? Вроде не пушат. Аса окно ультануло. Ты умрешь, да? Подрядно, подрядно. Я пытаюсь сделать тебе. Нет, ты минус. Я умру. А-а-а. Мне хан ультануло, да. Ну вы 3 в 4, типа если... Виктор слишком пушит, можно его поймать. Да, я его пытаюсь. А-а-а, он оттуда пушит. Я какой? Ухожу. Не нравится только. На стене уже, ну, типа, надо идти вперед. Ну, типа, ульта, эфка. Не, забей. Хану убьем. Эшку еще можно. Закрыл, найс. Иду дальше, иди рутать. Виктор рут. Половина Виктора. Виктор, стреляю. Найс. Корос ушел. На ХГ. Давайте вот здесь станем на повороте. Эшка прибежала уже, дрэч тоже. Хан тоже. Подрутал эш дрэч. Хан близко. Хан без стану. Крипл. Можем бить хана. Фокус по хану. Окей, не могу. У меня 4 по 300. А, next. О, там минус 2. Пойдемте пушить. Корвус 1 хп. Я Корвус убил, да. Я просто без хила был, но это моя проблема. Нормально? Найс. Мы всех убили. Все нормально. Стоим дальше тут. Я мне типа раскидываю. Ты можешь на кинесе типа пойти вот туда на угол, если типа, хочешь, то. Не. Окей. Смотришь, прям далеко за дизмаунт. Кинес. Сейчас каус пойдет. Я просто тут постою, подожду кнопки, пока что-нибудь раньше, пока они ближе подойдут. Эшку, можем снять? Я закрою. Он есть. Хана можно убить. Хан. Хандеру дал. Окей. Трэш-ру. Ладно. Я не могу. Хан лоу все еще. Хана может убивать. Хан... Я лоу. Я сейвлюсь. Хан без стана. Найс. Я закрою тебя стенкой. Понял, спасибо. Дрэш справа. У меня Эшка и Виктор. Виктора. Найс. Я еду. Теперь Эшку можно? Дрэш справа лоу. Я еду. Я попробую сейвиться. Я красный. Там хан пришел фулл хп. Понял? Дрэш, по-моему. Я по троим пробил. У меня секунды так юшки. А я живу. Крипл. Виктора. Его захиляли, он одну хп. Она мне... Дрэш, значит, я закрою тебя. Я Виктора закрыл. Давайте, она лоу. Я крипл его. Все. Там надо вопрос с другими, она все равно не особо вреда принесет. Я... Там вот эта стенка, я хотел закрыть тебя, типа, чтобы ты задуэлил Виктора. Там немного... Да, я... Ничего. Виктора убьем? Хан без стана? Я отхожу. Аса пытается затащить. А-а. Хорошо. Я пойти без ульты. Так. Повторяем урок геометрии. Попробуй еще раз. Теперь, короче, у нас не получается второй раз уже. Сорян, что-то я затупил. А, да забей, ладно. Ну, мне не получится, наверное, нормально ультануть с них. Ну, я в дом ультану, типа. Они все равно туда проходят. Так, тактику меняем. Не получается пробегать по этому. По воде? Да, по воде не получается проходить. Давайте через бокс попробуем сыграть и залечу. Попробую ультануть. Зим со мной. Дрэш, скорее всего, будет. Я. Ну, типа, я затанкую дрэш урон. Я опять застопился, я дурачок. Я, если что, готов их стопить на бок. Меня задизмаунтили. Сколько там? Аса, дрэш. Я двоих. Аса мертва. Виктор рут. Можно убить этого дрэша. У меня произошла нерега. Там дрэш. Виктор остался. Я встану. Я еще Бля, минус, стреляем. Стреляем. Да блин.
Я не понимаю. Эшка пошла вас дизмаунтить. Угу. Эшка у нас в хайграунде. Я закрою сердце. Дин, вышь. Ладно. Моя ошибка. От Виктора неоправданно много дамага исходит, понимаю. У меня там просто не регнул дым. И меня просто убил Корвус. О, найс. Мы можем бежать, мы можем выиграть. Пойдем вперед, вперед. Я бегу на коне. Пофиг. Да, я бегу на коне. Ладно. Помогите мне. Убейте дрыжа. Один тащил. Найс. Там можно Корвуса убить. Эшку. Найс. У меня тут дрэш. Я с дрыжом дерусь. Хана вруби. Хана. Он телепортал. Сзади дрэш, сзади дрэш. Бокси Виктор. Хана убьем. Хана. У меня Виктор, я поднял его. Виктор убил, wow. Убил. Дрэш у нас на хайграунде. Угу. Стреляю по нему. Ага, нормально. Все, они не так... Эшка тащит. Дрэша убил. Да? Найс. Все, Эшку можно убивать. Я в боксе. Найс. Корвус отошел. Хан за... Хан не успел. Да. ЖЖ. Отличный бокс на Genesis. Это...